Что ж, здравствуйте всем, кто сейчас здесь, кто в записи в будущем смотрит. Давайте начнем. Сядемся, проверим свою позу. Можем покачаться из стороны в сторону. Вперед-назад. Уравновесим ее. Затем посмотрим вокруг себя, немножко оглядимся в пространстве, касаясь взглядом различных объектов, встречаясь с ними, распознавая их. Может быть, сразу мы можем взять вот эти две перспективы, о которых мы тут часто говорим. С одной стороны, мы чувствуем себя в пространстве, а с другой стороны, это пространство находится в нашем восприятии, в нашем сознании. Вот когда мы касаемся какого-то объекта взглядом, далеко или близко, мы касаемся его в своем же восприятии. Мы можем просто как-то вспоминать об этом. Что вот это так. Может быть, это будет немножко менять наше вообще отношение к происходящему. Так вот, немножко погуляем взглядом по пространству, встречаясь с этими объектами, как будто здоровые с ними. Давно не виделись. Вот. И с разных сторон, где-то сверху, снизу, боков, впереди. Хорошо. И затем можем отпустить взгляд, как посмотреть перед собой, отпустить взгляд. Позволить ему немножко так расшириться, чтобы какие-то границы объектов, их очертания, может быть, слегка поплыли, но зато мы могли видеть пространство более широко и более объемно. Если взгляд фокусируется сам, скорее всего, фокусируется на чем-то, сам собирается, замечает процесс, можем отпускать потихонечку. Этот момент отпускания взгляда, он может быть тоже, когда мы его замечаем, может как-то на нас влиять. Может быть, немножко расслабляя что-то внутри. Не только взгляд. Хорошо. И затем можем позволить глазам закрыться, если сейчас в ваших условиях это нормально, если вам это удобно. И обнаружить, что меняется, когда визуальный канал ушел из восприятия. Что восприятие начинает разворачиваться в сознании, что начинает проявляться. Само собой, естественным образом. Это мы можем замечать. Вот, собственно, когда сознание замечает, что в нем появляется, какое содержание. Это и есть наша практика, основа нашей практики. Хорошо, давайте сделаем глубокий вдох и выдох. И обратимся вот, к внутренней погоде. То, что мы называем внутренней погодой для себя. То есть то состояние, которое сейчас есть у вас. Общее состояние. Как оно переживается? Такая начальная точка нашего путешествия, откуда мы пойдем или поедем дальше. Время от времени осознавая изменения этого состояния, изменения этой погоды, изменения внутреннего ландшафта.
Давайте повздыхаем теперь несколько раз. Более глубокий вдох. И мягкий длинный выдох. Чувствуя, как само это дыхание, вот эти вздохи, как вздохи облегчения. Как они на нас влияют. Такая маленькая вещь, маленькое действие. Всего лишь вздох. Влияет ли он как-то на общее состояние, на переживание себя прямо сейчас. Хорошо, и затем оставим дыхание дышаться, как ему хочется дышаться. И обратим внимание, как же оно дышится, когда мы его отпускаем, когда оно само. И опустим внимание в точке опоры, если простого внимания недостаточно, чтобы почувствовать, как-то хорошо прочувствовать плотность контакта с опорой, то мы можем сжать ягодицы, промежность, в себя втянуть все, эти все мышцы таза, держать так какое-то время прям посильнее, втягивать, и потом отпустить. И вот тут заметить изменения. Во-первых, дыхание может меняться. Часто оно меняется само как-то. Во-вторых, вот это ощущение усаживания, уплотнения контакта. Можем с ним побыть, как будто бы наполняя себя вот этим опытом. Ощущение усаживания. Уплотнение контакта. Чувством доверия, когда тело доверяет этой опоре. Когда происходит контакт, встреча веса тела с опорой. И тело отпускает этот вес, доверяет его этой поверхности. Само это переживание, вот оно прямо сейчас здесь, и можем насыщаться им. Хорошо, и затем давайте начнем поднимать внимание вверх по позвоночнику, чувствую, как это на нас влияет. Что это меняет по контрасту с предыдущим опытом, там поднимаемся выше. Доходим до грудной клетки. Может быть, в этот момент что-то поменяется. Может быть, плечи немножко раскроются, развернутся, вздохнуть захочется. В общем, любые какие-то естественные изменения можем замечать. И потом пойдем выше вниманием, дойдем до макушки головы. Здесь как будто подвесим голову за макушку, за ниточку, тоненькую ниточку. И мы можем вспомнить, чтобы как-то вот так вот голову направить таким образом, чтобы не задирать подбородок вверх, не наклонять его вниз, а чуть-чуть утапливать в горло. Таким образом, чтобы вытягивание происходило именно за макушку. Шея, спина, вся задняя поверхность тела может мягко вытягиваться, вырастать. А в то же время это происходит мягко, нежно, расслабленно. Здесь могут помочь метафоры. Например, если представить, как мы вешаем платье или пиджак на вешалку, и они просто стекают вниз. Свисает вниз. Также сейчас голова может быть подвешена за макушку, и все тело стекать вниз.
Опять мы можем почувствовать, что это делает с нами. Такое положение тела. Влияет ли как-то на общее состояние, на общее переживание себя. Хорошо, затем мы можем поддерживать эту устремленность макушки вверх, чувствуя легкую голову, как такой воздушный шарик, всплывающий вверх. Снова вернуть свое внимание, ощущение опоры, плотности контакта таза с опорой. И как будто бы растянуть внимание между двумя этими объектами, чувствуя оба эти вектора внутреннего движения, вверх и вниз. Вес стекает вниз, макушка головы, в целом голова всплывает вверх. Как дышится сейчас и как чувствуется позвоночник? Может быть, он так мягко растягивается между двумя этими векторами. Может быть, это влияет на дыхание и на ощущение пространства. Может быть, там где-то между позвонками даже. И если мы покачаемся вперед-назад чуть-чуть и найдем вертикальное положение там, где оно действительно чувствуется вертикальным, где позвоночник опирается сам на себя. Вот тогда у нас есть три элемента этого опыта. Если мы обнимем их вниманием, побудем одновременно. С этим совсем чувствую тяжелый таз, вес, стекающий вниз, протекающий сквозь тазовые кости, легкую голову и позвоночник как внутреннюю ось. Если мы дадим время себе на то, чтобы эти три аспекта, три элемента опыта уравновесили друг друга. То как это переживается прямо сейчас. Сейчас. И сейчас. Мгновение за мгновением. Что-то меняется. Хорошо, и оставим эту форму, останемся сидеть в ней. Она может балансироваться, поддерживать сама себя. Время от времени можем проверять, не просела ли она как-то, не перекосилась ли. Но в целом она поддерживает сама себя, этот баланс. Давайте пройдем по участкам тела, просто замечая, что в них меняется, когда мы наполняем их вниманием. Глаза и мышцы вокруг глаз и пространство за глазами. Нижняя челюсть. Можем отпустить ее, позволить зубам разжаться, почувствовать вес челюсти. И язык во рту. У него тоже есть вес. Язык может спокойно лежать там во рту. Тяжелый, мягкий. И все лицо
Кожа, мышцы. И затем затылок, шея, плечи. Плечи могут потечь вниз. Когда голова по-прежнему всплывает вверх, макушка головы устремлена вверх, но плечевые суставы стекают вниз. Как ощущается пространство между головой и плечами? Можем чувствовать дыхание где-то здесь, в плечах, когда они поднимаются, опускаются. И руки от плечевых суставов вниз. Можем почувствовать, как дыхание тоже. Вот оно есть в плечевых суставах. Просто грудная клетка поднимается, опускается, и вместе с ней плечевые суставы поднимаются, опускаются. Но руки, уже ладони, неспокойно лежат. И вес рук стекает в ладони. Мы можем чувствовать этот вес, можем чувствовать температуру, какие они сейчас теплые или прохладные. Какие-то еще ощущения в руках. Спокойствие в руках, просто спокойствие. Хорошо, затем спина, вся спина, можем почувствовать ее сверху донизу, пройти вниманием, как провести, может быть, с выдохом, такую волну внимания от шеи до копчика. Какое-то время побыть с дыханием в спине, просто чувствую, как оно течет там. Чувствую, как лишние напряжения могут просто стекать вниз по спине, сохраняя ее прямой. Хорошо, еще раз лицо, челюсть, язык. Пойдем по горлу за дыханием. Почувствуем, как оно льется через дыхание, выдыхание, как дыхание льется через горло, в горле движется, как грудная клетка поднимается, опускается, расширяется, спадает весь объем грудной клетки. Она дышит во все стороны сразу, вперед, назад, в бока. И солнечное сплетение, живот. И можем отпустить стенку живота, если она сейчас втянута. Давайте на какое-то время просто отпустим ее. Почувствуем весь живот целиком. Пах, промежность. И еще раз таз, ягодицы. Мы прошли все тело сверху донизу до таза, от макушки до таза. Сейчас можем почувствовать всю эту часть тела от макушки до таза. Почувствовать, как вес этой части, вес тела стекает вниз в тазовую, как бы в чашу таза.
и протекает сквозь тазовые кости, втекая в ту поверхность, на которой вы сидите. И ноги от тазобедренных суставов к стопам. Потом опять все тело, как единое целое, и вот это наша базовая форма сидения, структура сидения, тяжесть, устойчивость внизу, легкость вверху, устремленность макушкой вверх. Позвоночник как внутреннюю ось, и все мышцы при этом стекают вниз. Вот мы сидим как гора, устойчиво, стабильно. При этом в этой неподвижности много внутреннего движения. Все время что-то меняется, какие-то ощущения приятные, неприятные, разные. Внимание движется там тоже, в этом объеме. Скорее всего, оно притягивается к неприятным ощущениям, в любом случае к более сильным ощущениям. Мы можем просто это замечать. Вот одно ощущение, другое ощущение. Но при этом одновременно с этим у нас есть, может быть, переживание объема всего тела, просто нашей вот этой позы сидения, как гора. Может быть, если мы переживаем одновременность, то вот есть объем целиком, такая вместимость наша телесная. Есть разные ощущения в теле, которые внимание там как-то выхватывает то одно, то другое. Это одновременно существует. Может быть, это и есть путь чувствовать, быть со всем, что есть, но при этом не быть каким-то автоматом, не реагировать автоматически на все эти ощущения. Чувствовать их, но не обязательно следовать за ними в действиях. И как мы сейчас, мы снова можем проверить эту внутреннюю погоду, или другой метафорой говоря, внутренний ландшафт, изменился ли он за время нашего путешествия, когда мы сейчас чувствуем тело как целое, сидим как гора, какое внутреннее состояние сейчас. В этом неподвижном теле, неподвижном сидении есть один такой поток движения, заметный, явный и важный для нас, это дыхание. Давайте сейчас уделим внимание дыханию. Найдем такой способ бытия со своим дыханием, место, где вам прямо сейчас удобно быть со своим дыханием. Чувствовать его, переживать его, как если бы мы вошли в пространство дыхания, погрузились в него.
то что это за пространство? Это какое-то локальное место, пространство какое-то, например, ощущение в ноздрях, чуть побольше, в грудной клетке, в животе, в спине. Или весь поток дыхания, как такое единое пространство. Вот как вам сейчас удобно чувствовать, быть со своим дыханием, чувствовать его. Как если бы мы переживали это как пространство, в котором мы находимся. Если вы обнаруживаете такой вот способ, где вам удобно и хорошо быть с дыханием, в дыхании, давайте там останемся. Если внимание будет отвлекаться на что-то другое, мысли приходят. Это нормально. Но в тот момент, когда вы будете осознавать, что думаете, просто немедленно возвращайтесь, как будто так мягко соскальзывая туда, в дыхание, вспоминая, что нам есть куда вернуться. Ну, кроме этого, такого простого пребывания в этом месте, которое мы называем дыханием, можем добавить еще такое мягкое исследовательское любопытство, интерес. Как переживается, как чувствуется вдох, как чувствуется выдох, как они переживаются, в чем их оттенки, в чем их вкусовые различия, как переживается это наполнение вдохом, как переживается отпускание на выдохе. Бывает еще пауза, как она переживается. И вот если мы возьмем один дыхательный цикл за отрезок времени, который мы можем проживать, чувствовать его, и так и проживем один дыхательный цикл. Когда он завершится, то проживем следующий. Какое-то время побудем вот так с каждым дыхательным циклом, как с какой-то маленькой жизнью, которую мы можем прожить настолько полно, насколько только можем. Если же внимание будет отвлекаться, то можем мягко возвращаться. К этому единственному дыхательному циклу. Хорошо, и опять можем проверить свое состояние. Вот мы побыли несколько минут со своим дыханием. Настолько, насколько смогли. Так вот как-то полно, глубоко, плотно. Повлияло ли это как-то на вас, на ваше общее состояние? Окрасило ли, может быть, какие-то свои оттенки его? Если вы замечаете, что эта краска хороша для вас, полезна для вас, то мы можем брать это прям как инструмент и в течение дня возвращаться к этому. Вот всего лишь минутку посидеть, чувствуя свое дыхание. Это может менять что-то. Хорошо, а теперь другое упражнение или такая вот часть пути нашего расширения внимания. Будем расширять его через добавление
каналов восприятия в такую общую зону, общее пространство восприятия. То есть дыхание как один из объектов переживания, объектов восприятия. Мы с ним останемся. Будем его чувствовать, продолжать чувствовать, как, может быть, такое центральное ядро опыта. Вот это текущее дыхание. Затем сделаем шаг к расширению и снова почувствуем тело как целое, нашу позу, вот это сидение как гора. Чувствую, что дыхание течет внутри тела. Потом сделаем еще один шаг к расширению. Продолжая чувствовать дыхание, чувствовать позу. Послушаем мир. Просто услышим, что есть звуки. Осознаем это. Они и так были. Просто сейчас мы можем сделать это более активным слушанием. Затем делаем маленький трюк. Если мы попробуем слушать не только звуки, но как будто пространство, где они звучат. Потом продолжим этот трюк и будем разводить слушание еще дальше и дальше, как бы увеличивая это пространство куда-то к горизонту, к небу, за горизонт, за небо, куда-то в бесконечность. Осознавая при этом, влияет ли вот это движение вниманием, воображаемое. Влияет ли как-то на нас в целом. Вот у нас есть дыхание, есть сидящее тело, есть слушание бесконечности. Все это одновременно. Затем можем позволить глазам приоткрыться, если для вас это сейчас нормально. Посмотрите, как вам с открытыми глазами. Если мы их не широко, так чуть-чуть приоткроем и впустим в себя мир через визуальный канал. Как снова осознаем, что и мы в пространстве, и оно в нас. Дальше, если мы отпустим все усилия, минутку, которую мы обычно даем в этой практике себе, на такой отдых в безусильности. Когда мы можем отпустить всяческое волевое усилие, всякий контроль. Просто обнаружить, что дыхание дышится само. Нам не нужно прикладывать усилия, чтобы дышать. Совершенно не обязательно. Тело сидит тоже само. Чуть-чуть иногда можем его подправлять, но в целом оно сидит само. Слух слышит сам. Зрение смотрит само. Внимание как-то движется. Мысли возникают. Сознание осознает. Ни один из этих процессов не нуждается в каком-то дополнительном контроле. Сейчас. Это мы можем, отпуская всякую работу, всякое делание, побыть, просто побыть, как будто погружаясь вот в это переживание бытия. И на минутку, просто на минутку дать себе отдых от деятельности всякой.
Хорошо, и затем позволим снова глазам закрыться. Почувствуем, как сейчас, когда глаза... Извините, когда глаза закрылись. Как сейчас вы себя чувствуете? Опять можем проверить вот это внутреннее состояние, переживание себя, как вы сейчас. Прошло какое-то время, больше получаса нашей практики, нашего путешествия. Как-то оно повлияло на ваше внутреннее состояние? Хорошо, теперь давайте положим одну руку на грудь, другую на живот. Вот это касание тоже маленькое такое, маленький элемент мы добавляем. Коснуться себя, почувствовать себя вот так руками. Почувствовать себя, как на нас это влияет. Вот, может быть, рождается тепло под руками. Просто чувствуется дыхание и плотность контакта. И вот этот жест, который как бы говорит нам сам за себя, он говорит нам: я здесь, я с тобой. Когда мы сами себе говорим: я здесь, я с тобой. Как это переживается? Вот это. Как будто контакт с собой, может быть, чуть-чуть уплотняется. Хорошо. И теперь еще один элемент нашей практики, уже становящийся обычным. Если мы представим себе сознание со всем его содержанием, этот, весь этот контент, то, что мы чувствуем, переживаем, думаем, слышим, видим, но сейчас не видим, но слышим. Все это может заполнить свет, и весь этот контент даже стать светом. Что если ваша мысль будет соткана из света, любая мысль, ощущение телесное будет соткано из света, любое ощущение, включая неприятное. Что если все, что вы слышите, любые звуки, тоже свет. Что если все ваше сознание — это свет? Такой вот образ, который может каким-то образом действовать на нас. Хорошо, и затем одну руку оставим на себе. По-прежнему, а вторую положим, вытянув ее вперед, там положим куда-нибудь на колено, может быть, чтобы удобно расположить, но ладонью, открытой ладонью к миру, направленной. Вот изменение этого жеста, когда теперь мы с собой касаемся себя, не уходим от себя, когда мы с собой. Одновременно с этим и с миром также. С собой и с миром одновременно. Или одновременно. Как вам угодно. Как это переживается? Вот и это положение. Теперь, если мы продолжим эту игру с образом света, если мы представим, что он светит внутри, и изнутри расходится наружу. Вот у нас, может быть, из сердца, может быть, из какой-то другой глубины вас расходится сначала по телу, и потом выходит за пределы тела, в комнату, в пространство, освещая его, все. Выходя за пределы, через стены, ведь он такой волшебный, он воображаемый. Освещая улицы, все, что вы вспомните сейчас вокруг, там где-то вашего дома,
Может быть, вы пригласите в этот свет своих близких, светите их. Ну, также и кого-то, может быть, соседей, каких-то знакомых. И любых незнакомых людей, которые почему-то так возникнут в вашем сознании. Какие-то фигуры. Может расходиться дальше, проникая в дома, освещая людей, всяких животных, там, кошек, собак, черепах. Освещая все, что есть. Деревья, машины, улицы, дома, людей в домах. Освещая дальше, дальше, расходясь по округе, по лесам, полям, горам, морям. Дальше, дальше по этой планете. Нашей планете. Ну, не чужая нам. Мы здесь родились, на этой планете. Мы живем здесь. Свет может осветить всю Землю, всю эту планету, со всеми ее разными, очень разными людьми, с разными существами. Каждый из которых хотел бы как-то жить, как-то получше. И этот свет может прийти также в самые трудные участки Земли, там, где война. Может быть, у вас есть какие-то близкие там, там, где людям трудно, где они страдают. Кто-то потерял дом, кто-то потерял близких, кто-то потерял привычный образ жизни. Кому-то очень страшно. Кто-то озлоблен, ожесточен. Вот везде к этим людям может прийти свет. Может прийти не только к тем, кого вы любите, или не только к тем, кому вы нейтрально как-то настроены, но и даже к вашим врагам. Может быть, он осветит их, немножко смягчит их сердца тоже. И дальше к этому образу света можем добавить слова. И можем... Та рука, которая касается нас, она может касаться чего-то важного для нас, каких-то ценностей, то, что важно именно для вас. Я произнесу свои слова, свои фразы, те, которые важны для меня. Вы можете следовать за ними или как-то преобразовывать их по-своему. Лучше, если по-своему. Хочу принести больше мира в свое сердце, уравновешенности, спокойствия. Также хочу, чтобы в сердцах других людей возникало больше мира, чувство мира, переживание мира, спокойствия, уравновешенности. Я хочу, чтобы и у меня, и у людей наступало больше примирения, именно вот такого примирения с жизнью. Чувствование мира с собой, с другими, и с жизнью в целом. Я хочу, чтобы мое сердце наполнялось больше добротой, любовью, дружественностью. То, что можно назвать сердечностью. Хочу также, чтобы сердца других людей наполнялись добротой, дружественностью, сердечностью, любовью. Чтобы этого было больше в наших сердцах. Хочу переживания свободы внутри себя и снаружи, чтобы я мог жить более свободно. Также хочу, чтобы другие люди и внутри чувствовали свободу и жили свободно. Я хочу, чтобы бытие переживалось, чтобы я мог чувствовать тайну бытия, тайну жизни. И так как это важно для меня, я хотел бы, чтобы другие люди вспоминали о бытие, об важности самого бытия, переживания его и
переживание этой тайны, в которую мы попали. Тайны бытия и тайны сознания. Чтобы мы не переставали удивляться и интересоваться этим. Я хочу, чтобы творчество приходило ко мне, чтобы я мог быть открытым для него, чтобы я мог что-то создавать, чтобы оно проходило сквозь меня. Также хочу, чтобы другие люди также воплощали что-то, что важно для них, открывались творчеству, которое может пройти через них. Хочу, чтобы я был здоров, и другие существа, не только люди, но и другие живые существа были бы здоровы. Если у вас рождается что-то еще, что вы хотели бы сказать, то скажите это. Затем можем положить, вернуть вторую руку на себя, опять почувствовать так себя двумя руками. Вот мы здесь, мы себя касаемся, чувствуем себя. И последний элемент нашей практики, уже обычный тоже, можем представить день перед собой, как пространство, через которое нам нужно пройти, в котором нам нужно пройти, прожить. И заполнить это пространство собой. Или в каком-то смысле стать этим днем. Стать этим днем. Каким днем вы хотели бы стать? Какой день вы хотели бы воплотить с собой? Можем осветить это пространство дня светом. И спросить себя, что для меня важно, каким днем я хотел бы стать или хотела бы, что воплощать через себя, что проводить через себя. Дальше эти два вопроса могут вести нас по жизни, по дню. Первый вопрос, как я сейчас, это какая-то такая остановка внутренняя, проверка, сверка, что я переживаю, как я сейчас. Второй вопрос, куда мне, как мне. Каков мой путь сегодня, сейчас, со следующим шагом? И давайте себя так погладим, как-то потрем, помнем где-то. Может, так покряхтим, постонем. В какой-то момент можем открыть глаза, двигаясь, как-то растягиваясь. Посмотрим вокруг себя снова. Увидим это пространство. Как вы себя сейчас в нем чувствуете, в этом пространстве. Как оно видится. Вот. Ну и как вы сейчас, еще раз сможем проверить внутреннюю погоду. Поговорим. Алина, включайтесь. Доброе утро, Валера. Доброе утро, группа. Отвечаю на ваш последний вопрос. Погода внутри хорошая. Мне совсем не нравится то, что я вижу. Что-то у меня сегодня такая тема. Вот когда устроились внутри в теле, вот с дыханием, вот удалось какой-то там баланс, как-то было удобненько, приятненько, удовольствие. Тело, баланс, а потом вот это расширение. Вот шаг к расширению совсем мне не хотелось сегодня делать. И действительно, звуки-то они были, оказывается, но вот когда действительно вот стала их слышать, они оказались намного сильнее, они нарушают мое хрупкое равновесие. И вот отказываюсь я слушать звуки, которые вокруг меня. Но зато, когда слушали, как вы сказали, до бесконечности, вот какой-то такой трюк самообман, да? Вот до бесконечности, вот легче слушать. Как будто опять в иллюзии в какой-то нахожусь, да, а вот то, что вокруг, это такая реальность,
Знаете, как хорошо в скорлупке сидеть? И скорлупка, она у меня красивенькая. Она вот такой вот фарфор костяной, знаете, такой аж светится, антикварный такой. Вот сижу в этой скорлупке, такой антикварный. Она... И так там уютненько. Ну, хорошо, со звуками еще как-то более-менее до бесконечности дошла, разобралась. Тут надо глаза открывать. И опять, ну, вот не нравится мне, что я вижу. Как-то не понимаю, что сегодня со мной такое. Вот. Это как, вы понимаете, это вот, ну, как, я не знаю, это какой-то такой вот удар. Вот скорлупка начинает трещать. И вот все разрушается. То иллюзия, тот хрупкий мир, который я создала вот внутри. И опять надо теперь с этой реальностью опять как-то устраивать, ну, налаживать взаимодействие, какое-то равновесие, какой-то баланс. Ну, удается немножко, когда вот сидим. Вот, кстати, вот мое открытие, мини-открытие на сегодня. Оказывается, вот для меня отдых тотальный все-таки получился, когда все-таки глаза открыты. Вот когда глаза открыты, и я слышу, и вижу, и какое-то присутствие в теле дыхания, вот тогда отдых получается. Я поняла, что когда с закрытыми, как бы, отдых, когда я думала, что вот, ну, забьюсь в уголочек, вот так отдохну, не получается. А вот эта включенность во все оказалась, ну, совершенно другое качество отдыха. Вот это такое у меня открытие, которое меня в итоге порадовало, когда я каким-то образом примирилась с тем, что слышится и видится, тогда и наступило какое-то внутри. Вот действительно как-то что-то такое. Как вы говорите? Не знаю, что это было, сдача или принятие, но какое-то такое состояние, что да, вот оно, вот так, как оно есть. Примирение. Ну да, но примирение, да. Но процесс, конечно, был интереснее. Благодарю вас. Спасибо, Галя. Но здесь вот все-таки, знаете, как я считаю, что наша практика, она для чего? Ну, что мы делаем там скорее, да? Это, я считаю, что это изменение перспективы. Да, изменение перспективы. Вот, например, вот этот вот, я называю этот трюк, ну, когда мы расширяем слушание. Я называю это трюк, ну, просто потому, что это такое воображаемое действие фактически, да, это вот не в том смысле, что это обман, а в том смысле, что это некое специфическое действие через воображение, то, что не дано нам по умолчанию. Ну, вот по умолчанию звук есть, внимание само на него вот как бы реагирует на звук вот, оно как бы слышит сам звук. Но если я действительно просто, это как действительно специфическое действие внимания я расширяю, начинаю слушать пространство, то тот же самый звук просто слышится по-другому. Это просто изменение перспективы, это не уход от реальности какой-то. Что такое реальность? Вот, вот если я слышу звук, вот как он, вот так, это реальность, а если я слышу его в пространстве, это что, не реальность? Ну и то, и другое реальность, да, это как известный, сейчас я даже покажу его, известный, как сказать, тест, который приводит там в разных тех самых психологических там школах. Сейчас я... вот гештальт-терапии его очень любят, собственно, он там как-то так и появился. Сейчас я выведу на экран. Так. Вот. Видно вам, да? Ну, вот обычно гештальт-терапевты спрашивают, что увидите? И что обычный нормальный человек говорит? Точку я вижу черную. Это свойство, это нормальное свойство внимания, свойство сознания, выделить точку в фоне. Но продвинутый пациент, клиент, гештальт-терапевт, он скажет, а я вижу не только точку, но и сам фон белый. Но это неестественно, видеть белый фон. В смысле, что внимание, вот в первую очередь, что оно выхватывает? Оно выхватывает точку и игнорирует фон.
Это просто закон внимания, закон работы обычного внимания, вот того самого реактивного внимания, вот того самого внимания, которое направлено исключительно на выживание. На выживание. Вот то, что в буддизме называется сенсорическим миром. Мы выживаем здесь. Мы можем быть очень хорошими выживателями, мы очень можем хорошо реагировать на все. Под приятный опыт, неприятный. Значит, я буду за приятного подхвататься, от неприятного я буду убегать, избегать его как-то, испытывать к нему отвращение и выживать, очень хорошо выстраивать свою жизнь вот таким образом, только исключительно вот под этими стимулами. Стимул-реакция. И тогда что? Тогда то, что я вижу, может мне нравится или не нравится. Тогда то, что я слышу, может мне нравится или не нравится. Я могу, буду вот это вот то, что мне не нравится, всячески отрицать, отпихивать от себя, отвращаться, там, прятаться от этого. Ну, у нас есть миллион способов, как с этим обойтись. Закрыться одеялкой, начать с этим значит, бороться, сражаться. Вот, то есть, ну, разные способы, комбинации их всячески. Ну, вот. А если приятные, то я буду вот тянуться, хвататься за это. Вот, и вот так и жить. И это называется в буддизме, называется жизнь в сансаре исключительно. Да, вот это бесконечный бег в погоне за приятным и такое же убегание от неприятного. Есть из этого выхода? Нет выхода. И буддисты говорят, что и как бы не только, что помрете, и все равно без толку, потому что опять родитесь и опять туда же родитесь, если вы ничего здесь сейчас не измените. Вот. И вот выхода из этого никакого нет, значит, так и будет. Но вот что предлагают нам эти гештальт-терапевты и согласные с ними буддисты, это попробуют менять перспективу, да, что это есть, вот этот вот стимул, или как вот внимание в любом случае обращается на какую-то форму, на какой-то объект, выхватывает его из общего поля. И что ты хочешь с ним сделать? Да, вот мы видим эту черную точку, и, ну, как бы черная точка нейтральная. Я не знаю, может, у вас вызывает какие-то определенные ассоциации, но в целом нейтральная. Если сюда, в эту точку, поместить что-нибудь, ну, давайте поместим сюда сейчас какую-нибудь картину и ужаса из Бучи, например, да? Что происходило? У вас будут одни чувства. Потом поместим сюда вместо этой точки что-нибудь очень приятное для вас. Еду приятную, да, или там приятное место, где вы бывали или куда вы хотели попасть. Какой-то красивый ландшафт. Закат солнца, там что-нибудь прекрасное. У вас другое возникнет, да. Но в любом случае вы будете туда упираться только в это. И вот опять, ну да, и тогда у нас получается, что вот весь опыт, он поделен на то, что приятно, неприятно и нейтрально, которое мы игнорируем. Да, это, соответственно, вот то, что в буддизме называется жадность, ненависть и тупость. Да, или игнорирование. Да. Это слово ignore, да, и ignoring по-английски, да, когда я игнорирую, когда мне безразлично, когда мне все равно. Вот что точка это? Да по барабану на мне точка это. Вот если сюда что-нибудь ужасное, мне не будет по барабану. Если что-нибудь прекрасное, мне опять не будет. Но вот это все эти три элемента, все они, ну как, программа, элементы программы, когда мы эти роботы, мы эти автоматы. Вот, и поэтому, что мы делаем, во всяком случае, в этих практиках, мы стараемся вспоминать, что кроме точки есть пространство. И это может что-то менять. И тут действительно годятся любые трюки. Вот в смысле, что а как мне вспомнить-то? Вот как мне сделать себя более вместимым для опыта? Да, и вот можно там. А если я буду слушать не только сам звук, вот неприятный звук. Вот у меня сейчас, например, пока я тут приехал, мусоровоз. Ну, что в нем? Он грохочет там, бум-бум-бум. Вот я могу, значит, что это вот мусоровоз, буду с ним бороться внутри себя. Ух ты, мусоровоз, я же медитирую медитацию, еще и провожу медитацию. А ты не учитываешь мою жизнь здесь. Но, с другой стороны, мусоровоз, он же для меня же помогает. Мусор вывозит. Вот. И тогда что мне делать с этим?
это вообще мусоровоз, это хорошо или плохо для меня? Неоднозначно, я бы так сказал. Это как бы плохо в звуках, вот неприятные звуки долбят меня. И хорошо, вот, ну, потому что мусор вывозит. Это хорошо вообще-то. Работают на меня люди. Я из своего кармана деньги плачу, в принципе. Вот, налоги же я плачу здесь, в стране. Вот, ну как бы это все включено в какую-то общую систему. Так вот, а есть мое вот это восприятие, которое цепляется за неприятный звук. Да что? Ну тогда мне, может быть, что-то делать со своим восприятием. И вот что я могу делать? Вот попробую-ка я расширить. Вот я буду слушать все пространство, и тогда звук он будет внутри, и, может быть, у меня будет меньше какое-то к нему другое отношение. Вот в буддизме есть понятие как упекха или упекша, произносит. А переводит это на русский часто как равностность. Ну, как мы можем равностность воспринимать? Ну, то есть это такое равностное отношение, когда вот я не цепляюсь, когда я не отталкиваю это, не хватаюсь, но и не игнорирую тоже. Да? Вот, то есть не впадаю в эти вот три крайности. А когда я остаюсь с этим в контакте, я распознаю это, но в таком достаточно нейтральном состоянии. Вот это можно описывать по-разному. Можно вот, что я где-то в центре нахожусь, в середине, вот я уравновешен между полярностями. Но, как я слышал там от буддологов, собственно, сам перевод этого слова упекха, такой более точный там какой-то, связанный с этимологией, это как сидеть на горе. То есть, когда вы сидите на горе, у вас открывается пространство, видение. И вот здесь, опять, если мы как с визуальным этим, ну, метафорой возьмем, это с визуальным каналом. Вот есть какой-нибудь объект, вот, в который я так смотрю, и я что, и он меня все заслоняет. У меня тогда, может быть, там действительно приятно, неприятно, там что-то с ним, вот я бодаться с ним начну, биться в него лбом, там, значит, как-то. Но он в любом случае мне застит свет, заслоняет реальность передо мной. Ну, то есть он становится основной моей реальностью, да, вот этот вот. И тогда, если это, например, неприятно, ну, тогда вот я буду что-то с основной этой реальностью, мне надо что-то с ней определенным образом сделать, вот когда это вот так, когда это близко. Но если я каким-то образом вот так изворачиваюсь и увеличиваю, ну вот перспективу увеличиваю, вот, например, я чуть подальше так вот раз у меня, то есть получается, что я по-прежнему объект-то вижу, я его не игнорирую, я его вижу. Но у меня перспектива, и у меня теперь оказывается, что вокруг него вот еще пространство появилось. И у меня здесь появляется больше свободы, например, действия. Да? Я могу... То есть, когда просто он меня застит, все, у меня меньше свобод действия, даже свободы выбора. Я просто ничего не вижу за ним. Я в него уперся. А если у меня есть больше пространства видения, тогда у меня появляется больше вариантов, а что-то, может быть, и сделать даже с этим, да, как-то по-другому, вот куда-то пойти там, ну, какой-то выбор больше, потому что видение шире. И вот, ну, как мне кажется, во всяком случае, то, чего бы я бы хотел бы, куда бы нас наша практика направляла, это в сторону такого рода упекхи, такого рода вот этой вот равностности, уравновешенности, когда просто появляется больший обзор, когда мы можем видеть эти объекты больше в каком-то более широком пространстве, когда мы можем вмещать все это. И это сильно может менять и перспективу, и соответственно, выбор какой-то, и само отношение тоже, да. Потому что действительно, ну, особенно сейчас, в эти трагические дни, что тут может быть хорошего-то? Чем может быть довольным-то тут особо, да? В войне ничего хорошего нет. Но жизнь, она такая просто, она не, ну, как сказать, это не для нас жизнь. Ну, что вот я жизнь, я теперь все сделаю для тебя. Нет, получается, что нет. Жизнь такая, как она есть, тогда нам надо как-то вот с ней быть. Вот, и тут уж вот тогда работа с вниманием может помогать как раз, да. Поэтому если вот... Но вот мне кажется,
что хорошего, Гальвы, вот в вашем, в том, что вы замечаете, что вам это неприятно, вот встречаться, ну, какой, что, с тем, что вы видите, что вы слышите, вы это замечаете. То есть, когда я замечаю вот этот вот, например, этот объект, который мне застит глаза, и мне неприятно с этим, тут просто вопрос, окей, что я могу с этим делать? Могу ли, есть ли у меня вариант что-нибудь с этим делать? Вот с моей перспективы именно, да, менять ее. Если там как-то заглянуть вот так, например, да. Или вот действительно вот и... Ну и вот, и вот все вот эти наши трюки, как я называю это, трюки, они, в принципе, вот как раз какие-то попытки, в общем-то, эксперименты с сознанием, с вниманием. Могу ли я... Есть ли у меня какие-то степени свободы внутренней? Да, вот смотреть. Для начала смотреть. А потом, когда я... Если я нахожу степень свободы, как я могу смотреть, как я могу слышать, чувствовать, переживать? Вот там уже может появляться и выбор, что я могу делать в соответствии с этим другим видением, другим смотрением. Поэтому, в общем, ну вот, опять же, если возвращаясь к буддийским каким-то идеям, то основную нашу беду, как бы, в чем видит буддизм, там, начиная, собственно, с самого Будды, и потом на протяжении всего развития вот этих разных буддизмов, оно видит его как раз в невидении, что вот чем-нибудь застит, вот эта вот, собственно, реакция, вот это вот хватать, убегать там, или, не знаю, хватать, бороться. И мы не видим других вариантов. Как бы, да, вот за этой своей реактивностью. И это основная беда. Что если у нас появляется более какое-то широко открытое видение, более точное видение, а точное видение возможно, если у меня более широкое видение, то тогда появляется и возможность другого рода действий каких-то, нереактивных. Вот. Как возможность именно. И мы здесь видим, ну, как лимит этой возможности, лимит наших возможностей, но он более, может быть, точный, что вот лимит возможностей, когда я вот так смотрю, он один, а лимит возможностей, когда я вот так смотрю, он другой, может расшириться. Вот. Такие идеи. Буддизм за 10 минут. Есть буддизм, как мне кажется. Володь, вы, вижу, руку подняли. Да, я слышен, меня слышно? Да, отлично слышно. Ну, у меня спасибо, Галина, за рассказ о своих переживаниях. У меня они были сегодня ровно, ну, ровно противоположны. Мне только когда я не то чтобы я вышел за пределы своей скорлупки, своего тельца, мне удалось, ну, как бы пережить, не знаю, покой. Да, значит, и, ну, это со мной происходит последнее время, хотя вот эта грань между там скорлупкой тела и там миром, да, она, ну, стирается. И более того, даже вот когда практики нет, у меня исчезает чувство, ну, слово «я», да, значит. И, кстати, не случайно мета, ну, мета Бхавана начинается не с, как бы, не с «я распространяю свет». Пусть я буду спокоен, пусть я буду благостен, пусть я обрету там причины для... Пусть, да, значит, вот это пусть, оно почему-то важно, как бы, мне кажется, для меня, да. Не мое маленькое иллюзорное «я» является источником этой там любящей доброты или света, да, это то, что, как бы, мне, это мне не принадлежит, да, этому человечку, да. Говорил Кодосаваки, во мне живет и Будда, и суетный человечишка, ничтожный человечишка. Да. Вот. Это первое, что вот у меня сегодня, ну, это у меня не инсайт, но некое осознание. Второе, это вот я же гештальт-терапевт. Ну, правда, я давно им был, я даже один из первых институтов гештальта создал, был учредителем, да, учился у учеников Перлса, у французов, немцев.
Вот. И почему-то мне пришло в голову, что вот анализ наведения в гештальт-терапии, он же в чем состоит, в чем его суть? Что мы принимаем все персонажа, мы его сна, это тоже я. Да, и мы вот как бы точно так же, как вот все изображения, которые я вижу сейчас на экране, и те люди, которых я вижу, да, да, значит, это же тоже я. Да, значит, и только приняв это, не то чтобы приняв себя, но, в общем, я могу понять суть этого послания сна, да, суть того, что происходит здесь сейчас. Да. Вот. Поэтому, когда мы принимаем все в себя, которого нет, только тогда что-то и происходит. Вот такое у меня странное послание. Да. Спасибо. Да, спасибо. Да, если мы подумаем об этом сне, вот сейчас вот мне снится Володя. Владимир, что у меня, какое мне послание присылает? Да, вы как часть меня. Окей, спасибо. Так, Татьяна написала, спасибо большое за практику. Спасибо. Кто-нибудь хочет еще что-то сказать, поделиться чем-то? Как мы сегодня? Как вообще жизнь? Давайте, можно я скажу. Оно так сейчас немножко в другую тему по сравнению с тем, о чем говорили, но просто действительно несколько дней уже, ну, там не знаю, сколько я считала. В общем, она как-то всплывает, эта тема, что, ну, вот про вот эти вот семена, которые я несу в себе, и про всех тех людей в моей семье, которые жили до меня, и вот ну, про то, что я, по крайней мере, знаю, что мне удалось узнать, потому что действительно, ну, не принято, ну, у нас было в семье ничего такого рассказывать, обсуждать там. Вот, то есть это я уже в очень сознательном возрасте начала там расспрашивать у мамы, типа, ну, расскажи вообще, что, кто, что они делали все, кто они были. Вот, и мама рассказывала, что тоже в их семье никто никогда ничего не... ни про кого, ну, табу было, ну, нельзя. Вот там были какие-то люди, про которых вообще нельзя было ничего говорить. Вот, ну, и, в общем, все, что мне удалось узнать, в общем, как бы по поколениям моей семьи ехало вот это колесо истории, да, там, в революцию, в Первую войну, в Вторую мировую войну, потом в эту... террор вот в это, да, ну, то есть все вот это проехало как бы по всем поколениям. И как бы сейчас вот оно поехало дальше, как бы, да, то есть, ну, оно как бы вот, ну, просто то, что было раньше, я не знаю. Но вот вся вот эта травма 20 века, начиная с 17 года, ну, я прям это чувствую в себе все это, все эти последствия, всю эту какую-то, ну, там, не знаю, несправедливость, возмущение, тут какие угодно можно слова говорить, да, вот, ну, то есть сломалось все еще тогда. И столько всего было разного, и там, и, там, не знаю, дворяне, которые потеряли там свои поместья, и эти, как их там, фермеры и владельцы магазинов, которые потеряли, соответственно, все это тоже свое, что у них было. Там, и репрессированные, и с другой стороны те, кто репрессировал, да, то есть это все вот в одной семье. Ну да, она там большая, людей много, но все равно это все, все это как-то вот в меня в итоге пошло. Вот, и я со всем этим теперь вот она все это смотрю и понимаю, что вот это, вот она как ехала, эта история по всем людям, она вообще никого ничего, ни о чем не спрашивает, она просто едет себе дальше. Вот. И ты тут просто как вот эта вот какая-то пыль дорожная просто попала в это все. И как бы все, и остался тут, в общем. И вот как-то... А с другой стороны, да, вот при этом, при всем можно представить себе какие-то, ну, вот эти вот переживания, расширение чего-то, да, что это все вообще в тебе, что это вот все внутри тебя происходит. И это какие-то вот две
точки зрения, которые вот у меня вот как-то вот они, одна какая-то вот вертикальная, другая какая-то горизонтальная, и иногда вот они как-то резонируют, и просто вот как-то все начинает вообще очень странно быть. То есть я и тут, и там, и я, ну вот как вот это я в комнате, комната во мне, да, также вот как бы я в этом, и это во мне. И иногда прям как-то вот, ну, что с этим делать, я не знаю, но вот оно так есть. Да. Ну, может быть, мне кажется, знаешь, вот опять не спешить что-то с этим делать, вот, потому что это тоже вот это вот, надо срочно с этим что-то сделать. А, ну, может быть, имеет смысл как раз с этим вот вначале как-то побыть и освоиться, потому что если у тебя возникают эти две перспективы, то действительно на их перекрестке ты и есть, ну, и это ты и есть в этом пространстве. Ну, как мне вот видится, это, что возникает какой-то больше объем такой даже вот. Как-то что какая-то реальность приобретает действительно больше измерений, более объемная она становится. Ну, я не знаю, здесь вот нам действительно вот то, что ты сказал про эту историю, всей этой, наверное, большой вот территории, которую мы называли там Российской империей, потом Советский Союз, многострадальная территория. По большому счету, конечно, ну, мы знаем вот свою эту историю, да, и мы, может быть, меньше знаем историю других там стран. Вот я просто буквально перед войной, так как все это нагнеталось, я посмотрел. У меня есть один такой любимый фильм, документальный. Я не знаю, имеет ли его смысл сейчас смотреть вам, вот, но он называется «Апокалипсис». И там он начался, это первый такой был фильм, который я смотрел еще лет 10 назад. Сериал, там 6 серий был, «Апокалипсис», он про Вторую мировую войну. То есть там вот первое они то, что выпустили, это французы, канадцы, там какое-то такое совместное производство было. Вот, он просто чем интересен, что он весь сделан из хроники, снятый разными участниками, всеми участниками. То есть там, ну, все же снимали там, вот немцы снимают, вот советские снимают, вот японцы снимают, вот, значит, те снимают, эти снимают, эти снимают. Все эти хроники где-то существовали, лежали. И вот их все собрали вот так, чтобы вот одно и то же событие виделось вот с разных сторон. Как бы очень объемно получается. И, ну, и вот я помню, как я смотрел этот фильм, вот еще говорю, что лет 10 назад первый раз его посмотрел, меня он поразил абсолютно. В смысле, что вот за счет вот этой какой-то своей документальности и объемности, что снимается это не с одной стороны, вот, да, с одной борющей стороны, а со всех сторон. И вот это я думал, господи, в какой же трип попала Земля в тот момент, вся планета. Потому что действительно, это же, ну, как мы, опять же, знаем, вот какой-то, все-таки со своей перспективы, вот мы там выходцы из Советского Союза, ну, вот как я могу себя сказать, я вот советский такой человек был, да, понятно, что вот мы победили, значит, вот все, вот у нас одно такое, вот это прям доктрина такая. А тут, господи, значит, там и в Австралии же война это была, в Австралии, и там в Южной Америке, вот каких-то, ты в Африке, там каких-то точек, которые как бы я и понятия не имел, что там тоже какая-то своя война, она мировая была действительно, вся планета сошла с ума. У меня был такой вот bad trip случился. И когда это видишь, то видишь, и как-то это тоже расширяет перспективу несколько, что как бы не только с нами, а вот так вот вся планета. А потом вот я говорю, что я перед войной, я не знал, они, оказывается, сняли там и про Первую мировую войну такой же, и, значит, там в промежутке между войнами Первой мировой, что как бы война не заканчивалась. И потом еще про Холодную войну, вот там про Вьетнам очень много, что там 35 лет война отошла. То есть там то, что мы знаем, этот маленький кусочек, вот американцы, значит, там, а французы что там делали до этого? А сами они там друг с другом что они делали, вьетнамцы? А китайцы там что делали? А вот это такое месиво. 35 лет шла война во Вьетнаме.
И вообще вот эта часть, там не только Вьетнам, там все соседние. И, в общем, вот просто так вот смотришь на это, а когда Первая мировая война, вот мне как-то ужасно было это все, вот потому что вот я живу здесь, ну, вот Европа, это такая миленькая все, да, вот эти все домики, все эти садики. И оно же такое было. Ну, как такая вот эта традиция вот этих всех миленьких. И потом вот это вот. И я понимаю, почему в Европе, вот как то, что они уже после Второй мировой сказали, никогда больше, никогда больше. Мы все сделаем, чтобы никогда больше. Вот это оттуда, еще с Первой мировой, потому что вот эти все... Больше всего меня поражало, как они вот эти, ну, люди, убитые в грязи. Вот это вот, если Вторая мировая война, у меня было впечатление, что это огонь жрающийся. Но Первая мировая война — это грязь. Это грязь. Гниющие эти трупы в грязи. Никто их... Это все там вот показано. И это все было. И это все было здесь. Это все было у нас. И я не знаю. Вот нам показалось, что мы как-то выскочили из всего из этого, да, как-то, ну, вот, что мы как-то начали жить. Вот. А сейчас опять туда занырнули. У меня, честно говоря, нет. Ну, я человек точно не глобального размера, я не размышляю, но, ну, я мне важно туда смотреть, вот как раз смотреть и расширяться в этом смысле, как-то объединяться с другими. Вот сейчас, знаете, тоже еще многие, ну, как-то вот я, опять же, у меня есть связи там с другими странами, не с нашим регионом, не с Европой. У меня есть родственники в Африке. И, знаете, они смотрят на нас, ну, и у них вот даже такие, как бы, чувства сейчас рождаются, такие противоречивые, да, они вроде сострадают, а с другой стороны, ну, вот теперь и вы. Раньше-то с нами это все происходило, а вы туда и не смотрели даже. Да. Ну да, и я себя ловлю на этом. Ну да, была Сирия, ну да, была Ливия, ну была то, было Афганистан, было то, в Африке вот эти. Ну они же там, это же они там, у них там все время что-то такое, да, они же там дикие, или какие-то они там вот такие, не такие, как мы тоже здесь, вот, ого. А вот сейчас и мы такие же оказались, да, и вот, ну, не знаю, это как-то, это горько все, но в то же время и примиряет тоже жизнью, да, с нашей природой человеческой. Не знаю, это вот, для меня это все, как бы, для меня лично важно касаться трагичных аспектов жизни, было всегда важно, потому что жизнь трагична, мы просто думаем, а что это она такая, она должна быть приятная, она должна быть какая-то вот, нет, всю историю человечества, там, все эти там греки какие-то там, значит, все вот они толдычили. Ребят, смотрите, жизнь-то трагична, мы в трагедии живем. Чего вы тут выдумываете про какую-то свою эту сладкую жизнь-то? Не бывает этого. Тогда имейте это в виду, имейте с этим дело. И тогда уж что-нибудь там попытайтесь менять в этой трагедии. Ну, как-то уже в соответствии с этим, а не представляешь, что жизнь – это какая-то сладкая малина исключительно. Вот, и любая религия про это, там, и буддизм про это начинается с того, что вот есть страдания, да. Это, ну, как бы, греки это называют трагедией, буддисты называют страданием, ну, как бы, все это про одно и то же, про экзистенциальное вот это положение, в первую очередь. Вот. Так что, не знаю, тут, мне кажется, вот такое, ну, для меня лично важны вот эти перспективы, знаете, их смена какая-то вот. С одной стороны, это очень мое личное, или вот как ты, Маша, сказал, там, семья твоя, да, это и у каждого из нас семья, какая-то своя там трагическая линия. А с другой стороны, вот это общее какое-то, да, тогда, может быть, действительно, ну, как-то вот располагать себя между этими, между этой глобальностью и очень таким интимно-личным переживанием и искать
какой-то способ, как мне лично в этом, не забывая обо всех остальных. Ну, для меня лично это важно такое. Просто тоже, ну, последний сейчас по этой теме уже, ну, я переписываюсь с подругой, у нее там, ну, она с Украины, и, ну, какое-то свое путешествие сквозь войну, там, с детьми, там, так далее. Вот, и сейчас они выехали за границу, ну, и вот она там рассказывает, что опять те люди, которые там приняли их, они украинцы тоже, но они, понятно, что уже интегрированы там в Европе, и они там в корпоративной среде, и вот говорят, что, ну, вот как-то тебя спрашивают там по привычке, как дела, да? И они хотели бы услышать, чтобы ты сказал, да хорошо все. Да? А если ты начинаешь говорить, да в принципе ничего хорошего, да все ужасно, да все трагично, да у нас война вообще-то на родине. У них как-то портится, они как-то хотят от этого уйти, да, как-то, ну, может, не надо как-то, да, про это уж. Вот, и действительно, я тут вспоминаю вот как раз, а вот, ну, а вот разве мы не так же делали, когда там в Сирии, когда везде, вот нам кто-то говорит, ну, а вот нас-то убивают там, нас тысячами гибнут. А мы так, ну, может, не надо, у нас вот тут своя жизнь, мы что-то своими тут занимаемся делами. Вот, так что... Ну, не, у меня нет никаких выводов, это просто такое, да, как сейчас говорят, такое жизнь вот она такая. Можно я скажу? Да, Галь. Как раз на эту тему было выступление Лиз Трасс, ее зовут, да, на министра иностранных дел Великобритании. Mm. Вот очень сильная речь на английском, чем вчера занималась, я перечитывала ее, слушала на английском, на русском, на украинском. Творчество в рамках одной речи, именно вот, именно, но она про геополитические, там, как действительно Европа пробудилась, и действительно, вот то, что вы сейчас сказали, да, то, что происходит в Австралии, там, или в Африке, в той же Сирии, это уже вот про вот такое глобальное вообще перестройство вот этих всех взаимоотношений, что, ну, совершенно иной такой взгляд. И ну, вот там такие были озвучены вот такие глобальные темы, вот именно, ну, всего человечества, как мы будем жить все. Вот, что меня это вчера очень так включило. И это как раз вот получается, сейчас я скажу, вот все-таки мне сегодня, я подумала, что про... Когда мы расширяли вот этот звук, мне удалось пройти через это, да, вот когда до бесконечности. И вот то, что вот сейчас вот сказала Маша, это что же про это, да, что есть, ну, семейная история, и есть вот, вот это вот глобальное. Сейчас у нас есть история в Европе, да, вот на нашей территории. И вот когда смотришь на это действительно, вот, вот глобально проходишь через это, вот пройти сквозь это и увидеть все страдания мира, когда, ну, восприятие действительно, это все вмещается в сознание, вмещается. Благодарю. Удается вместить себя в это сознание или это сознание. Да, но для меня это вот как раз, наверное, если даже какие-то выводы все-таки делать, это какой-то путь в то, чтобы действительно видеть глобальности, ну, в смысле, что вот видеть объемно и быть, ну, не замыкаться в каком-то своем страдании, вот мое страдание, вот оно уж, да, а вот они там где-то там, а у них по-другому все. Не отстраняться от этого. И в то же время действовать сильно, вот, ну, как-то здесь что-то предпринимать, вот здесь, где у меня, ну, потому что вот здесь сложность-то в том, что у них там страдания, а я с этим что вообще сделать не могу. Ну, я могу там поохать-яхать, сострадать как-то так. Ну, что я могу?
Получается, что, ну, с одной стороны, если это видеть, осознавать и разделять это как-то в какой-то степени, осознавать свою единость с этим, да, что не изолированность, не отворачиваться от этого, но в то же время действовать-то вот здесь, где-то локально, вот в своих, поддерживать там в своей какой-то ситуации, там, своих близких, своих друзей, там, не знаю, вот что мы можем. Ну, вот мы здесь собираемся, вот в нашем маленьком кругу, и мы как-то вот уже друг с другом тут что-то там, не знаю, поддерживаем друг друга как-то. Наше маленькое такое вот сообщество, которое образовалось, и каждый из нас своим соучастием, вот он что-то сюда вклад какой-то делает, чтобы это же страдание уменьшать. Даже просто тем, что мы говорим про это, что просто что мы разделяем это, что мы как-то откликаемся друг на друга. Вот, так что вот это, опять же, какое-то, ну, такое между глобальным и очень конкретным такое распределение себя. Для меня вот это такая, может быть, основная практика получается. Инна, я вижу, вы подняли руку. Валера, беру эту фразу, озвучиваю. Какую? То, что вы сказали. Какую? Распределение себя между глобальным и конкретным. А, да. Да. Хорошо. Инна, вы, да? Да, я просто вот пока слушала вот осознание того объемности картинки, вот этой вот перспективы на уровне личного, то, что перед тобой находится, и то, что находится, и тут я себя поймала, что идет сквозная история, связанная со временем, у которого нет границ, они вообще стираются. И перспектива, там, не знаю, с расстояниями и средой. А, вот это для меня сейчас было вот важно, видимо, ощутить и через слова услышать. То есть я понимаю, что в практике это хорошо, а вот еще есть история, связанная, когда сознание оформляется в слова, чтобы еще вот это вот щупать, видеть. То есть слова, они тоже как бы материализуют эту вот историю. И мне очень откликнулось то, что говорила Маша, потому что вдруг наступило осознание, что я не ощущала свои корни. И вот эти два месяца я, ну, пошла в историю, пошла там в какие-то источники, которые бы дали мне вот эту вот объемную картинку, понимание того, что там скрывала семья. И вот вообще удивительная история, связанная с тем, что с одной стороны, важность корней, а с другой стороны, важность понимания того, что ты человек, принадлежишь всему этому миру. И вот эти вот конфликты для меня самое тяжелое во всей этой войне – осознать войну в себе, посмотреть, какие конкретно мои части воюют. Конкретно, что мне показывает война и что я могу с этим внутри себя сделать. И мне кажется, это вот выход, как только я смогу сделать. Да, есть глобальный сдвиг, Европа проснулась. И для меня там такой знак очень хороший. Люди, которые долгие годы молчали, вдруг стучатся ко мне, европейцы, с тем, чтобы узнать, что происходит в России изнутри. Почувствовать вообще, что это. То есть люди, которые жили обычной обывательской жизнью, и там, кроме как, да, Валера, говоришь хорошую ту же историю про созданные искусственные культуры, корпоративные, где прям вот навязывается история, мы не хотим этого. Мы не хотим внести в нашу культуру то, что происходит во мне. Они же поступают точно так, как поступает, ну, опять это в моей реальности, человек, который пребывает в пузыре. И создают вот эти пузыри на огромных массах. Ну вот, как-то так вот откликнулось вот про эту объемность, в которую, да, действительно страшно выходить. Страшно выходить, но мне кажется, это надо делать. Спасибо, Инна. Да. Хорошо, ну, давайте, наверное, закончим на сегодня. Спасибо всем. Такой глубокий у нас разговор получился, мне кажется, важный, да? Окей, будем еще встречаться. Спасибо. До завтра. Пока.